Ну и сейчас, перед большим обеденным перерывом, в завершение этого отделения, подарок от покоренных американцев. Покоренные американцы, подарок несите, пожалуйста. Ребята очень кушать хотят. Давайте. Мы недолго думали, потому что мы хорошо знаем с детства, что, лучший подарок – это книга. Жалко выбросить, но не дарить же их пустыми. Там немножко бумаги, ты посмотри, если...